свидетель. Сейчас тебя ждут пустые баночки. Лето. Я не помню, где я заканчивала, на мае или нет. Ну, короче, возможно, мая-лето или просто лето. В названии потом будет ясно, я узнаю про это, когда гляну на свой канал. Короче, у меня закончилось, ну, совсем чуть-чуть осталось. Масло Avonsense, лавандовое спокойствие, мыло, жидкое мыло для рук. 250 мл, это подарок от подписчицы Люли, очень классное, экономичное мыло. Я хочу сюда налить потом какой-нибудь гелик из тех, что мне Лёлечка подарила, и снова его идут, потому что, во-первых, удобный дозатор, во-вторых, ну, мне как-то сейчас комфортнее жидким мылом пользоваться. У меня тут закончилось средство, которое тоже Лёлечка мне дарила, это от Faberlic для мытья посуды. Я половину отлила здесь в дозатор, а половину в самой бутылочке взяла в деревню и разбавляла. В этот раз один к одному, и вот это у меня была бутылочка уже в деревню. Пакетик, пустая баночка деревни, можно сказать. Faberlic дом, косметика для уютного дома, средство для мытья посуды, аромат яблока. 500 мл, хорошее экономичное средство, мне очень понравилось. Спасибо Лёлечке. Так, у меня там буквально совсем чуть-чуть осталось, но решила все-таки это делать пустой баночкой. У меня тут масочка использовалась, пусть все твои мечты сбываются, увлажнение, свежесть, тканевая маска для лица, гиалуроновая кислота, белая ива, шелковица, астрагал, кипарис, этюд органикс. Это подарок от подписчицы Лены из Франции, которая вот... Хорошая масочка, мне очень понравилась, спасибо большое. Я только раз приехала из деревни и понимаю, что моя кожа что-то хочет, и решила, что можно же поджать и сделать масочку. Тут не то, чтобы закончилось, но я сегодня планирую вечером принять ванну, и оно уже будет пустой баночкой. Тут как раз на один раз осталось. Это от Полины комплимент, пена для ванн, противопростудная, малина и эвкалипт, 500 мл. Очень хорошая пена, действительно противопростудная. Тут как раз немножко где-то что-то меня продуло, я слегка чихаю, 12 месяцев после вскрытия. И вот полежишь в ванной, действительно есть какой-то эффект. Очень классная пена, хорошую пену дает. Ну, хорошее средство, хорошую пену дает. Пена не спадает долго. У меня тут еще есть два средства из деревни. Одно-то самопальное, это оно еще зимовало в деревне. Это делало на мыльной основе еще. Мыльная основа была Чистотел. Вот шампунь был самопальный на основе зеленого чая. И мыльная основа Чистотел. Во флакончике из-под шампуня и фрошет. У меня закончилась зубная паста, которая была в деревне. И причем я ее, по-моему, покупала еще в прошлом году для деревни. Она у меня лежала, тут лежала. И в итоге вот она два сезона, можно сказать, пережила. И сейчас у меня там другая немножко зубная паста. Parodontal. 63 грамма. Помню, я ее, по-моему, в Ашане тогда покупала. Хорошая, экономичная зубная паста. На самом деле у меня не очень много пустых баночек, но они все-таки как-то набрались. Вот тут у меня масочка есть, я ее покупала на сайте Beauty Patch. У меня еще такая, по-моему, тоже есть. Это G-Gott Angels in the Sky. Angel in the Sky. Витамин. С витамином С. В общем, тут, короче, с лимончиком. Такая легкий такой освежающий лимонный эффект был. Классная масочка очень. У меня тут что это? Закончилась эта коробочка. Сыворотка Лалиф Натур. Номер один. Сыворотка для тотального увлажнения лица. Это сделано в России. Я покупала на Вайберис. Очень хорошая штука. Я ее отдельно, по-моему, обозревала даже. Самый прикол, что я выиграла в конкурсе розыгрыша. В розыгрыше от Лалиф другую сыворотку Контур Века, она у меня, Века Контур называется, она у меня будет потом в уходе на сентябрь. В общем, это Лалиф Натур, вот такая вот штучка. На месяц лишним хватило, я ее брала в один раз даже в деревню, но не особо часто пользовалась, просто там некогда было, а в городе я ей регулярно использовалась, и она вот с первого применения действительно помогает, и я думаю, на следующее лето я ее тоже куплю потом. Потому что летом, когда жарко, я не пользуюсь кремом, я пользуюсь тоником. И мне нужно было какое-то еще средство, чтобы чисто увлажняло. И вот тоник и сыворотка вообще в идеале. Здесь, конечно, кажется, что еще что-то есть. На самом деле там осталось совсем чуть-чуть. Это алоэ гель Холика от подписчика Сергея. Очень классная штучка, мне нравится Холика.
Мне нравится алоэ гель. Тут совсем чуть-чуть осталось, и налила воды чисто, чтобы у меня уже был такой самопальный тоник. Спасибо, Сережа, и отличное средство. И состав я тут что-то внезапно прочитала, увидела, что можно отодрать. И вот у именно у Холики тут самым первым, первое, в общем, как бы в составе идет сок листьев алоэ 99%, потом экстракт лотоса, еще какие-то экстракты. Обычно идет вода, и только где-то в середине, в лучшем случае или в худшем случае, в конце этот сок алоэ. У меня закончился, это тоже подарок от того же подписчика Сергея, Бетавикос. Я даже на него отзыв на Арике писала. Уникальный вообще крем. На холодное время года, на обычное время года. Крышечка тут от него. Из него выдавила все, что было можно. Он не тестируется внезапно на животных. Крем для рук, локтей, коленей и пяток. Интенсивное восстановление сухой поврежденной кожи, имеющей, требующей основу особого ухода. Он экономичный. Такой густенький был. Ну, не супер густой, но несмотря на то, что он как бы плотный, консистенции такой был, но он довольно экономичный, очень хорошо увлажнял руки, у него был какой-то пролонгирующий эффект. Если им руки намазать, а потом вдруг получилось так, что надо руки помыть, то он не смывался водой, и все равно оставался какой-то эффект увлажнения. Очень хорошая штука, у меня кожа временами супер сыхая, а иногда просто сухая. Ну, в общем, либо очень супер сухая, либо просто сухая. И вот он мне очень помогал, и в основе его использовала как крем для рук. Спасибо, Сережа, очень классная штучка. Так, что у меня тут? У меня закончились душки. Туалетная вода, это Scent Mix, Sparky Citrus, Avon. Это подарок от подписчицы Лёлечки. Очень классная штука, там буквально капля осталась. На лето самое то, мне очень-очень понравилось. Она у меня прям на себя выливала ее дофига. Я сегодня использовала этот Angel Mugler или что-то такое, или Mugler, парфюмированный лосьон, пробничек, это от подписчицы Лены, от которой была вот эта масочка. Очень классный аромат, такой немножко унисексовый. Даже можно не использовать никакие эти духи. Хотя я сегодня использовала потом кеньскую воду и фраше вербена, по-моему. В общем, оно и как-то вместе сочетается, и аромат такой дает. И кожа нежная, крутая такая, он хорошо впитывается, и сам такой слегка, по-моему, ближе к фиолетовому или что-то такое, но с каким-то оттенком. Спасибо, Леночка, очень классная штука, мне очень понравилась. Ну, пробник на одно применение, тут у меня, что еще у меня тут? Пустая баночка, пустой пакетик, ватные диски каждый день. Они у меня все-таки закончились, а я еще думаю, почему у меня же, я уезжала в деревню, у меня же еще были ватные диски, а сейчас не могу найти. Думаю, кое-как дело, они у меня, кажется, закончились. У меня закончилось эфирное масло от фирмы «Натуральные масла. Сладкий апельсин». Ну, флакончик не достается. Короче, там он выжился весь. Я его использовала для ароматизации ванны, когда принимала ванну, для ароматизации помещения, как в роли эфирного масла, ну, соответственно, по назначению в масле этой, в лампе этой своей. Забыла, как ее звать. В лампе, короче, для эфирного масла. Я именно его иногда использовала в тех местах, где мне не надо было, чтобы кошка драла обои. Я просто капала на пол, либо прыскала на стену. Иногда вот разводила его с водой. И чисто для ароматизации помещения прыскала. Или там, где кошка драла. Или там, где кошка иногда гадила в отместку мне за то, что вот мы не едем в деревню до сих пор, а ей хочется погулять. И, в общем, универсальная штука, хорошее масло. Мне очень нравится фирма «Натуральные масла». Я там где-то делала отдельный обзор на свою аромаколлекцию в свое время, на ароматерапию, что ли, в этом роде. И вот «Натуральные масла». Можно купить это масло, такое масло, вообще эту фирму, сейчас на Вайлдберрис я видела, ну, там наборами шла. А так я его регулярно покупаю в аптеке. Вот, не знаю, тут цены нету, тут просто что наклейка, когда оно сделано, продано было мне. Так, зритель, по ходу дела это все. Ну, все-таки есть пустые баночки, просто есть зрительница, которая зрители, которые ждут эти пустые баночки, а у меня что-то в этот год получается их как-то записывать раз в 3 месяца, раз в 4 месяца. Я даже вписалась в оставшееся время на карте у меня, вот прям под забивку, это моя карта сейчас. И вон кошечка. Справа по борту. И зритель, короче, если ты хочешь поддержать канал, может кто-то сделать, потому что я хочу купить себе штатив плотный такой, по типу, как вот у меня для Sony камеры. Он сейчас, может, в кадр не сможет влезть.
Хотя, может, я сейчас попробую его показать. Потому что тот штатив, на котором сейчас стоит эта камера, он немножко не подходит для этого всего. Он больше для кольцевой лампы. У меня их две. Я планирую купить штатив другой. Более плотный, чтобы, ну, во-первых, из алюминия, чтобы он стоял, чтобы у него была 3D-головка. Вот как Сонька у меня сейчас стоит вот такой. И он стоит где-то в порядках от 2000. Потому что, ну, иногда бывает так, что я пишу сразу на две камеры. Будет у меня одно видео, и как бы мне нужно что-то, на чем оно будет стабильно стоять, а не так вот то, что выдерживает только кольцевую лампу. Поэтому буду рада твоему донату. Будешь потом в титрах со спасибо, ну, или как-то так. И спасибо за просмотр. Пока!